Всем привет! Кто еще смотрит? Сегодня у меня рабочий день на хайвее. Строим дорогу. Такое занятие интересное, конечно. Вкладываем, можно сказать, свои силы, свой труд в строительство вечного этой дороги. Опа! Очень неудобно здесь, приходится делать постоянно развороты, подъезды, очень все узко, все перекопано, дорога неровная, все трясет, а мы работаем. А чего у меня еще появилось новенького? Короче говоря, я заказал на eBay ремень для крепления камеры на голову. И хочу попробовать закрепить камеру на голову, там в районе виска. И когда я буду ехать, допустим, задом или по стройке, я буду аккуратно, медленно, чтобы вас не стошнило там прямо на ваш компьютер. А то потом жалобы будут поступать, что вы сожгли компьютер блевотиной. Буду аккуратно поворачивать голову, когда буду ехать задом, допустим. Ну и передом то же самое. Чтобы видели, что происходит в зеркалах. Ну не знаю, как это получится. Сначала это потестирую, попробую, посмотрю, как для себя это будет выглядеть. Интересно это или неинтересно. Замечательно или незамечательно. И потом вам дам потестировать, просмотреть. Возим сегодня глину мокрую. Это так называемые, знаете, арыки. По краям дороги водосборники. И вот эту, можно сказать, пропитанную водой землю убираем для расширения дороги. Или там вот будет виадук делаться, не знаю, что здесь будет делаться по проекту. Но грандиозная стройка, байпас между Вингейтом вроде бы и 485, минуя Монро. Планируется разгрузить очень сильно дорогу, 74-ку нашу. Опа, и мы над этим работаем. Вот они, видите, коммуникации убирают, столбы, электрику, все убирают, чтобы дать работу нам, дорожникам. Мы сегодня дорожники. Так что, когда я видео сделаю с ремня, когда этот ремень вообще придет ко мне, покажу вам, расскажу. Понравится, буду делать. Не понравится, значит, скажете, что не нравится. А так, еще что есть. Сделал, я не знаю, видео 3. Запортачилось у меня. Купил я камеру, не камеру, а присоску для камеры. С таким длинным пластиком, но, блин, такое heavy duty называется. Жесткое, твердое, хорошее качество. Присоска с рычагом, да, чтобы для положения камеры менять можно было удобно. А очень сильно этот рычаг передает вибрацию на камеру, что, наверное, процентов 30 или 40 видео просто смазанная картинка шла. Просто из-за этой вибрации камера не могла стабилизировать видео. Сейчас камера стоит на обычной китайской присоске с коротким металлическим там шариком, да, как бы head, ball head называется. Голова с шарика. Вот я думаю, что именно из-за того, что этот рычаг у этого шарика до камеры коротенький, очень маленький, то и вибрации не передаются на нее. И я заказал еще одну такую китайскую присоску с этим шариком. И у меня появилась еще одна камера. Вернее, две. У меня сейчас три камеры. Хочу ставить одновременно камеру на лобовое и на заднее стекло. И
вы как уже посоветуете, комбинировать видеоряд или делать два отдельных видеоролика, но с одинаковой звуковой дорожкой? Уже сами подумайте. Или просто, допустим, несколько минут слабового стекла, там пару минут заднего стекла, и так маленько менять. Или тупо комментарии, которые я говорю, они будут записываться на две камеры, и выкладывать два видео. Кто хочет смотреть с кабины заднего стекла, то смотрите с заднего стекла. Кто хочет смотреть с лобового стекла, смотрите с лобового стекла. Посмотрим, как это можно воплотить в жизнь и как над этим можно будет поиграть, поколдовать. Но я думаю, все получится. У нас все с вами будет нормально. Как только видео началось, я, можно сказать, получил порцию глины, загрузился. И вот мы с вами уже приехали на разгрузку. Здесь такой отвал сделали. Для плохой грязи, для плохой земли. Вот смотрите, какой холм уже вырос. Они вот сюда все скидывают. Не знаю, навряд ли отсюда будете вывозиться. Это не кондиционная земля вся здесь у нас, с щепками, с деревяшками, с ветками. И мокрая глина, ползучая глина, там все, что непригодно для нормального строительства дорог. И даже для строительства домов она непригодна, она ползет, когда мокнет. Поэтому они здесь решили вырастить холм. Но сама дорога, хайвей, она где-то рядом проходить будет. А, вон она, справа, справа. Видите, пыль там поднимает. Белазик едет. Вот она будет проходить там, справа. Опа! Так, мы с вами приехали. Сейчас я кузов подниму. Мне только надо встать на разгрузочку. Не могу я найти кузнечик у себя в кабине. Но можете обратить внимание, что постоянно поскрипывает гад какой-то здесь. Я уже поподкладывал там и бумажки, и салфетки во много слоев. И не могу вычислить, где оно скрипит. Где-то вот попадает, что вот на кочках начинает скрип проявляться. Надо его найти, чтобы... Потому что на камере, когда смотришь, там прям реально надоедает этот писк. Так. Ну давайте, кто хочет, сейчас я вас прокачу по обратному маршруту, недалекий маршрут. Буквально 5 минут и все, даже меньше, наверное. Прокачу вас по кочкам. И дам пару советов. Для тех, кто начинает работать на траке, для тех, кто получает права на трак, или только думает об этом. Если вы решили пойти на работать на трак, сдать на права CDL, то идите вы в дальнобой работать. В дальнобое хорошо, едешь по ровненькой асфальтовой дороге, наслаждаешься музыкой, спокойненько сидишь в кресле, попиваешь кофеек, и дорожка стелится, вы летите. Мили под вами пролетают незаметно. А здесь что у нас? Пыль, грязь. Ходишь иногда. Я сегодня 5 раз вылазил лопатой, кузов чистил. Лопатой приходится работать, пылью дышать. По кочкам катаемся, как на конях. Не на конях, а на ослах. Трясет.
Воняет. Землю сегодня грузили первую. Я так понимаю, там мы копнули канализацию, что даже сквозь стекло запах проходил. Не помогало. Закрытые окна не помогали. А по хайвею вы шпаете, едете, наслаждаетесь ветерком, пейзажами Флориды, Аляски, там, не знаю, Калифорнии. И все. Не ходите вы, дети, работать на дамп-траке. Это дело не очень хорошее. Трясет особенно очень сильно. Много светофоров. Много раз выжимаем педали сцепления, которые тугие. Лопатами работаем. Так что идите работать на дальнобой. А мы здесь спокойненько будем без вас работать. Нам и без вас хорошо. Вот такой вам мой совет. Куда ты едешь, дядя? А вот здесь мы с вами обычно и всегда мы выполняем полную остановочку. Опа! Ну и поехал, да? Написано road work ahead, дорожная работа впереди. Вон там озерцо слева, неплохое озерцо, там даже лодки стоят у человека, может быть, и рыбу разводят. Ну, маршрут у нас нормальный. Прямая дорожка от погрузки до разгрузки. Я вас сейчас прокачу по кочкам, по колдобинам строительным, по месту будущей дороги. Так, немного я еще... Опа! Что он там просит? Slow down, говорит нам. Давайте slow down сделаем. Я вчера работал, у них конус снес один. Прям по конусу проехал. Но у меня не было выбора. Я хотел по нему проехать, я по нему проехал. Или у конуса не было выбора, я по нему хотел проехать. Все, заезжаем с вами на интересный маршрут. Опа, опа, опа. Так называемая кишкотряска. Вот сейчас будем с вами тут трястись и прыгать. Брм-брм. Вот здесь машина такая, смотрите, справа. Бочка, это будка. Я фотографии сделал на Инстаграм выложу. Прикольная машина. Это старенький Мак. Не знаю, каких годов. Там еще написано на нем International Mac. Вот по таким вот кочкам мы целый день катаемся, катаемся. А вот на хайвее ты бы сейчас рулил, расслабился и наслаждался ездой. А здесь наслаждаешься тряской. Зуботряской. Опа, вниз поехали, видите? Какой дальнобойщик согласится на такую работу? Вот вы сами подумайте, никто на такую работу не пойдет. Так что и вы. На дальнобой, все на дальнобой. Где мой там экскаватор? Вот слышите, как это скрипит уже, песку.
Вот экскаватор прямо по маршруту ставить, видите, вон там, перед нами. Но чтобы к нему попасть, нам надо еще проехать и сделать петлю. По кочкам, предупреждаю вас, по кочкам. Вот такая вот дорога у нас, ребята. Конечно, не ахти дорога, но по ней ездить еще можно. Это как в деревне, на лошади и на телеге. Трясет, но зато дорога есть. Во, 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 в резонанс вошли, слышали? Раскачались в резонанс. Ну а ты какого хрена сюда попал? Откуда ты взялся вообще, дядька? Сейчас обижаю его, да? Приехал, поставил посреди дороги, ни к селу, ни к городу. Так. Объехали мы его, объехали, не переживайте. И сразу сюда, у нас такие чудеса на виражах, американские горки. Опа. Ну давай, давай, последние штришки остались. А теперь задом. Опа. Ну все, давайте тогда. Я встаю на погрузку. А вы думайте, смотрите, предлагайте, что делать. Как комбинировать видео. Видео с ремня. Или камера на голове. Как фонарик, блин, буду бегать. Пишите комментарии, ставьте лайки, распространяйте. Пусть люди смотрят, пусть люди знают правду. Так, подождите, я сейчас. Мне он должен посигналить. Дядька. О, все. Молодец. Все, я на погрузке. Наслаждаюсь работой. А вы наслаждайтесь в ожидании следующего видео. Все, бай-бай.